Сегодня у нас встреча с удивительной певицей, голос которой, наверное, можно описать двумя словами. Сияющая сопрано или, может быть, шифон и вуаль, под вуалью или под шифоном. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Это удивительная певица, прекрасная актриса Надежда Павлова. К сожалению, ее имя не так известно нашим любителям музыки, как должно это быть. Поэтому мы сегодня с ней познакомимся поближе. Надежда. У вас очень интересная судьба, которая складывается необычная, нестандартная. Я имею в виду для российской певицы, которая уже очень известна за рубежом после ваших триумфальных выступлений в Вене, и в Зальцбурге, и в Люцерне. Еще какая-то особая чистота, энергия, именно отношение к своему, во-первых, к своему инструменту, к своему голосу. Я так чувствую, что у вас это очень такая, вы очень бдительны насчет вот именно вокальной гигиены. Абсолютно. Мои коллеги знают, что я никогда не приду на репетицию, не распевшись, не разогревшись. Даже если это просто какая-то мезосценическая репетиция, я всегда готовлюсь к ней, я всегда подготавливаю аппарат. Потому что, как правило, в полголоса я не могу работать. Когда вы почувствовали ваш голос, силу вашего голоса, как пришли вы к мысли, что все-таки вы певица? И мне кажется, это было с рождения. Во-первых, у меня очень музыкальная семья, хотя мои родители не музыканты. Но папа и мама, они очень любят петь. И даже до сих пор они просто дома могут петь, просто так для себя. Когда я была совсем маленькой, мы разучивали с ним вместе песни, вот под гитару. Вы родились на Урале? Я родилась на Урале. Родилась в Ижевске. И папа был в гостях у своего дяди часто во Владимире, и ему очень нравился этот город. Семья молодая, ничего не обременяло, кроме меня и гитары. И они приняли решение, что надо переехать во Владимир. Ну и папа ваш был настолько энтузиаст, что когда он понял, что вы обладаете голосом, он вас буквально за 200 километров, это 200 километров от Москвы, да? Он да. возил вас. Да. Каждые выходные мы садились в пятницу вечером. Мы садились в машину, ехали. Он привозил меня к педагогу. Педагог Федорова Галина Сергеевна. Ее, к сожалению, нет на этом свете. Но это личность такого масштаба, которая для подростка сыграла огромную роль. Папа привозил меня в пятницу. И она оставляла меня у себя вот все выходные. То есть ваш дом на выходные дни? Дом на выходные, да, это Выхино. Там была моя школа вокальная. Это сколько вам было лет, когда вы вот... Мне было 16 лет. 16 лет. Да, я еще ходила во Дворец пионеров. Там был эстрадно-джазовый кружок. И мне так нравилось находиться в этой атмосфере, мне так нравилось общаться. Можно ли сказать, что вот именно импровизация... Или вот склонность к ней зародилась именно тогда? Нет. Импровизация у меня, наверное, появилась тогда, когда я стала работать с Теодором. Это гораздо позже. Смелость что-то сделать другое, не такое, как у всех, не бояться раскрывать себя больше. Надь, ну я должна отметить, многие певицы хотят работать с Теодором Курентисом, но он выбирает очень немногих. Да, и правда. Вы его абсолютная звезда. Хорошо, вы приезжали сюда к вашему педагогу Федору. Да. Но в консерваторию ни в петербургскую, ни в московскую, ни в Гнесинский институт... Меня не взяли. Вас не взяли. Почему не взяли? Я заметила, что меня не сразу могут оценить.
либо я раскрываюсь не сразу. Даже в работе с режиссерами первое впечатление, они очень спокойно на меня реагируют. Я ни о чем не жалею. Все трудности, которые я преодолевала, они пошли только мне на пользу. И я благодарна Богу за каждый свой шаг вот в моем пути, потому что каждый шаг меня научил чему-то. И вы выбрали такой очень известный путь. Это филиал Петербургской консерватории, да, в Петрозаводске. Ну, это получилось так интересно. Я позвонила своему педагогу из училища. Ирине Александровне сказала, ну, вот такая ситуация. Я поеду во Владимир, посижу годик, поготовлю. Что? Ни в коем случае. Ты поступишь. Сейчас так, куда мы успеваем? Мы успеваем в Петрозаводск. А где это? Найдешь. И я, как сейчас помню, я стою в железнодорожной кассе на канале Грибоедова. Огромная карта России. Я, значит, смотрю, вот Москва, вот Петербург и вот Петрозаводск. Мне показалось в тот момент, что это около Северного полюса, я клянусь вам. Но я приехала, я поступила за один день, и я думала, что я, ну, годик там отучусь и переведусь. Ничего подобного. Я осталась там на 5 лет. И даже более я осталась и закончила аспирантуру. И начала работать в оперном театре. Но с ролями как-то там не очень везло, да? Ну, я не могу сказать, что мне не везло. Нет, просто получалось так, что это же музыкальный театр. И он, конечно, должен обслуживать большую аудиторию. Это были и сказки, это были и оперетты, и оперы. То есть я могла, например, в один день быть клубничкой, земляничкой, а на следующий день у меня спектакль, и я пою Травиату. Опять-таки моя гордыня говорила мне, как это так? Я закончила консерваторию, я должна петь оперные партии. Умные люди говорили мне, ты скажешь спасибо этим сказкам. Это такая колоссальная школа. Для детей играть сложнее всего. Да, потому что они-то верят либо сразу, либо нет. Да, да. Сейчас я понимаю, насколько они меня воспитали в актерском плане. Но все равно, благодаря гордыне или другим качествам, вы все-таки вышли на другую арену, да? И случилось это через город Саратов, да, через фестиваль, и там же был одновременно конкурс. Да. И вас там услышал дирижер Платонов и пригласил вас в Пермь. Да. А вы знали, где Пермь находится? Да, конечно. Я уральская девочка, да, но это уже мне было ближе, конечно. Да, единственное, я могу признаться, я не знала, кто такой Теодор, к своему стыду. Но мне это настолько помогло, потому что я очень спокойно отнеслась к прослушиванию. У меня не было волнения, у меня не было такого, как сейчас, например, приходят к нему прослушиваться, я понимаю, что испытывают люди, что с ними происходит в этот момент. Я себя чувствовала спокойно. Для меня это был дирижер, точно так же, как Валерий Игнатьевич. Ну, то есть, да, это художественный руководитель. На тот момент я не понимала масштаба личности и масштаба музыканта. Вот что касается Теодора Курентиса, действительно, это яркая личность. Вот он масштабом этой личности. Вот на сегодняшний день он вас поддерживает? Поддерживает. Сейчас в работе с ним мне стало гораздо проще, гораздо легче. Раньше, конечно, у меня был просто колоссальный стресс.
Я приходила на репетицию, и ну, это просто какое-то было отдельное событие, потому что я каждый раз не знала, что у меня ждать, что сейчас будет, что со мной будут сейчас делать. Первая ваша роль с Теодором Курентисом, это была Дон Анна. Как он вас выбрал? Когда я пришла в театр, 2 года мы не работали вообще. То есть он наблюдал за мной. Я уже пела ведущие партии, и через 2 года это было просто рядовое прослушивание. Я даже не помню, что мы пели. Но я единственное помню, что это было в балетном классе. Это были вот эти вот низкие такие лавочки. И все его помощники, и он тоже со своими длинными ногами сел. Вот они были выше головы. И вот он сидел, слушал, и вдруг он говорит: «Ты будешь петь у меня Донну Анну». И его помощники вскочили и закричали от радости, потому что они вот настолько не ожидали такого решения и были очень рады за меня. А вы что почувствовали при этом? Вот Донна Анна, это как бы ваша партия, не ваша? Вы до этого когда-то ее пели? Нет. Я, честно говоря, думала, что скорее моя партия Церлина. Угу. Вначале у меня возникло... По характеру или по голосу? По характеру. Так. Вот. И у меня сначала было такое ощущение, как, знаете, ушат холодной воды. И я понимала, что это очень ответственно. А справлюсь ли я? У меня все время возникают вот такие сомнения. Смогу ли я? И... А с Церлиной бы не было таких сомнений? Не знаю, мне кажется, нет. Я как-то вот внутренне, наверное, была бы готова к ней. А почему? По темпераменту вам показалось, что она может... Вот на тот момент, да. На тот момент, да, и по темпераменту, и по голосу. Но у Теодора потрясающая интуиция. Я слышала вашу Донну Анну, как раз когда у вас были совершенно замечательные концерты с музыкой Этерна, Чичилия Бартоли, значит, Дон Жуан там был и Козе Фантути, это был Люцерн, Чичилия, все знают, какая-то совершенная звезда. И первый вечер была Чичилия, на следующий день появились вы, и я помню, что у меня было оцепенение, потому что я думаю, так, момент, если я сравню со вчерашними моими впечатлениями сегодня, то я совершенно не знаю, в чью сторону меня, так сказать, поведет. Удивительно, как вы поете, удивительно, как вы владеете голосом, потому что были моменты, когда вы пели практически без вибрато. Да. Вот каким-то таким голосом, который... Белым звуком. Откуда он появился? Это так просил Теодор? Или это ваша личная краска? Да, так просил Теодор. Он вообще часто требует каких-то невозможных вещей. И ты говоришь, что я не могу так петь. Делай. Вот просто делай. И потом оказывается, что ты можешь. Для него очень важен ансамбль. Ансамбль с оркестром. И даже когда мы работали над Травиатой, когда перекликаются голоса, очень часто он говорил о том, что будь внимательна здесь. Здесь тобой играет, например, гобой. Точно таким же звуком я хочу, чтобы ты спела вот эту фразу. Или здесь флейта. Слушай валторны. Это тоже очень важно. Ну, то есть для него крайне важен ансамбль. Thank you.
Вы с таким трепетом говорите о Теодоре и Курентисе. Я так понимаю, что время совершенно репетиционное, оно не лимитированное. Это так? Это так. Вы как бы идете и не знаете, насколько. Да. И все так? И все так. Все понимают, что это надо, и только так возможно добиться результата. Конечно, иначе этих музыкантов не было бы там. Они бы не приходили бы к нему. Все прекрасно знают, в каком режиме он работает, но очень много людей хочет с ним работать. Вот я так, тромбоны бьете громко. И я сейчас вспоминаю, что когда приехала команда Боба Уилсона, они были поражены тому, насколько мы работоспособны. Ну, то есть у нас без ропота, скажем так. Если нужно было, мы оставались и до конца делали то, что было необходимо. И вот они были очень поражены этому моменту, потому что все-таки на Западе немножко другая форма работы. Для них это был приятный сюрприз. Ну, теперь Боб Уилсон. Потому что, как я сказала, что многие певицы хотят петь с Теодором Курентисом, и очень немногих он выбирает. И также, я думаю, что очень немного певиц-актрис, которые могли бы сыграть и спеть именно в постановках Боба Уилсона. Потому что это требуется совершенно невероятная дисциплина, невероятная память и какие-то совершенно особые глаза и голос, я так понимаю. Вот эти два инструмента, которые он требовал против естества тела. Да, да. Вас не вызвала вот его эстетика поначалу какого-то сопротивления? Мы были, в принципе, готовы к тому, что нас ожидает. Конечно, это было очень странное ощущение. Но я себе тогда сказала, что вот просто встань и делай. Не задавай никаких вопросов. Я просто сама с собой говорила в тот момент, не задавай никаких вопросов, просто встань и делай. То есть вы из звезды, из главной героини превратились, по сути, в солдата такого? Да. Я вообще считаю, что для режиссера я, как и для дирижера, я инструмент, на котором я даю ему сыграть. И он, как художник, воплощает свои замыслы и свои идеи. Конечно, я не говорю о том, что я просто пустой инструмент. Естественно, я наполняю, но это будет дальше. А сначала я всегда очень открыта. Очень открыто, очень доступно, и стараюсь максимально быть удобным для художника инструментом. Конечно, бывают моменты, когда возникает сопротивление какое-то, но это связано с какими-то такими бытовыми, допустим, если там не очень корректно как-то общается режиссер. Ну, бывают всякие ситуации. Вот. Но, как правило, такого не возникает. И я всегда стараюсь вот максимально отдаться и довериться режиссеру. И вот в тот момент тоже я сказала себе, что просто вот просто встань и делай. А потом я поняла, когда все это стало складываться, мне настолько было легко наполнить вот эту статику, вот этот холодный цвет. Там как-то 80 часов выставляется свет. Да, да, да. 5 дней они сидят, просто работают. Я даже наблюдала за этим. Статисты вместо нас стоят. И он сидит со своими ассистентами. Я захожу в зал, для меня просто вот голубой свет. А он в этот момент говорит, 56 побольше, 98 поменьше. Для меня ничего не меняется. Но для него, как для художника, есть принципиальная разница. Говорил,
Ты понимаешь, я знаю, что тебе тяжело. Ты не видишь партнера. Один раз я смотрю на Альфреда, когда он представляется, я ему говорю: «Здравствуйте». То есть нигде нету... Нет абсолютно именно этого диалога. Контакта, да. И он говорил мне о том, что, понимаешь, когда Альфред заходит, ты должна почувствовать, и я должен увидеть просто какое-то микроскопическое движение, как будто тебя ветерок обдал. Ты настолько его чувствуешь, ты настолько наэлектризована вот этим своим чувством, оно тебя переполняет, и ты должна ощущать появление его, не глядя, не видя, что он зашел. И у тебя уже это должно отражаться в глазах. Я должен видеть по твоему телу, оно не должно, естественно, очень крупно реагировать, но я должен это почувствовать. И точно так же мы учились с Теодором не смотреть друг на друга, потому что все-таки Теодор любит, когда с ним работают в контакте. Мы разговаривали с Теодором, он сказал: «Надюша, нам надо научиться чувствовать друг друга, не видя друг друга». Тяжело это было? Очень тяжело. Очень тяжело. Потому что фактически я могла смотреть только вперед и только диагональ. То есть, собственно, как поворачивается мой корпус, вот, собственно, туда и смотрят мои глаза. Сколько движений было рук у вас? Бал у Флоры. Мне Джованни, ассистент, сказал: «Ну, а сейчас мы запомним с тобой 19 положений рук». Но это только одна маленькая мизансцена. А всего спектакля я даже не представляю. То есть вы запоминали все только руками? Руки, и поворот ноги. Головы? Но я больше скажу, там даже ноги. В платье не было видно, но ноги тоже имели свою позицию. Это было принципиально важно для Роберта. А как он видел, если это полностью закрыто? Он видел это по корпусу. Ага. Если ты стоишь на двух ногах, это видно. Если ты стоишь на передней ноге, а задняя приставлена, это тоже видно. Корпус немножечко как будто подается вперед. Он это чувствовал. Мне иногда разрешали переминаться с ноги на ногу, потому что, ну, это было очень тяжело. Конечно, ноги затекали, уставали. На самом деле, как ни странно, вот эта скованность движений, она мне помогла. В том плане, что голосом я смогла выразить намного больше, нежели я еще отдавала бы свое внимание рукам, жестикуляциям. У меня настолько накопилось эмоций, что я могла их именно передать через голос и именно через глаза. А нибудь какие-нибудь замечания не Боб лично говорил, а посылал какого-нибудь ассистента говорить? Он подходил и говорил: «Ты такая красивая, ты невозможная, ты невероятная». А в зале он сидел и говорил: «Хоррор». Типикал. Да-да. Вот. И потом подходит ассистент вот с такой книгой замечаний. И... вот из этого хоррора там. Да. Надя, а вот оправдала себя такое, ну, по сути, в общем-то, насилие над собой, мучение? Оправдала. Я считаю, оправдала. И «Золотая маска» вы получили, да. И «Заслуженную артистку» да, вы получили. Да, да. Вот, скажем, образ Травиаты вы пели в Петрозаводске. Да, в Риге. Да? В Белоруссии. Так. И это были более не менее традиционные постановки? Да, да, абсолютно традиционные. Самый роскошный, как ни странно, он был в Петрозаводске. Да? Да, потому что там художник Вячеслав Окунев, который обожает женские образы, он всегда делает героинь, ну, просто восхитительными. Там, конечно, костюмы роскошные, просто вот действительно. Но это же тоже удовольствие, когда вот одеть роскошный костюм? Ну, когда он удобный, да. А что у нас неудобные костюмы? Самый, наверное, для меня вот дискомфортный костюм был «Сказки Гофмана» у нас в Перми. Это латексный костюм, который просто затягивает все-все-все-все-все. И еще и приходилось танцевать на пилоне. И это, конечно, и спеть арию «Олимпии».
существует реж-опера, как у нас говорят, да, режиссерская опера, так и существует огромное количество дискуссий, насколько это правомерно, насколько это театр уродует оперу, то есть что позволяют себе режиссеры и так далее. Как вы сами относитесь к этому? Мне это очень нравится все. А что это вы так сознались, как-то так, немножко стесняясь? Это для оперного певца как-то вот так сказать, что вдруг на нашу территорию, на оперную заходит режиссер из драматического театра, но мне очень многое у них нравится. И очень многому хочется научиться, но есть некоторые нюансы. Драматический режиссер должен все-таки понимать специфику оперного театра. Потому что то, что я сейчас наблюдаю, когда приходит драматический режиссер, ему хочется, я понимаю его, ему хочется снять вот этот оперный налет, когда мы стоим только поем в зал, когда мы двигаемся и жестикулируем. Я все это понимаю. Но есть некоторые моменты, когда ты должен все-таки играть по нашим правилам. Ну, музыка, прежде всего, да. Да. Фраза, дыхание. Фраза, дыхание и певец, который должен все-таки петь в зал. И вы знаете, в чем заключается гений Дмитрия Чернякова? Расскажите. Вот для меня. Ну, это такая маленькая деталь. Он абсолютный гений, но вот есть такие... Он сделает мизансцену ту, которую ему нужно, но ты будешь петь в зал. Либо, если ему нужно развернуть героя спиной, или чтобы был диалог, он сделает декорацию такую, что ты все равно будешь звучать в зале, тебя будет слышно. Это вот такой маленький нюанс. Я прям в предвкушении Садко. Если мы так вот легко перешли к Диме Чернякову, я считаю, что очень большая и честь, и радость то, что в Москве Большой театр пригласили вас на этот спектакль «Петь Волхову». С Черняковым долго работали? Это первый спектакль ваш, да? Да, да, долго. Есть какие-то планы в дальнейшем? Пока нет, но я знаю, что он бы хотел. Ну, как он так намекнул мне, не знаю, посмотрим. А вы бы хотели? Я бы очень хотела, потому что мне работало с ним очень интересно, очень весело. Он научил меня многим вещам. Я ему очень благодарна за многие вещи. Надя, ну я также знаю, что вы вообще чуть ли не предпочитаете драматический театр оперному. Есть такое? Очень люблю. Очень люблю. Есть, правда. Может быть, это все-таки ваше стремление к тому, что вы еще и актриса, и вам вот именно вот это актерское начало очень интересно и важно? Возможно. Я бы, например, хотела бы попробовать себя в кино. Мне было бы очень интересно. Я помню, что Антон Адасинский мне сказал: «Надька, тебе надо снимать в кино». На что я ему сказала: «Я говорю, Антон, я же некрасивая». Он говорит: «Это не главное». Надя, ваша жизнь как-то действительно удивительно складывается тем, что вы встречаетесь, у вас что не фигура рядом с вами, которая работает, то это действительно масштаб. Да. Начиная с Теодора Курендиса, Боб Вилсон, Дмитрий Черняков. И как-то показательно прошло общение с Ромео Костолуччи, и который в будущем обещает быть. Да. Вы с ним встретились, постановка была Онегера, «Жанна на костре», вы играли там Маргариту. Да. Маргариту. Да. Ну, я скажу честно, в принципе, мы не общались, потому что он общался в основном с Одри, единственная актриса, кто присутствовала на сцене, и работала весь спектакль. Все вокальные партии были спрятаны. Когда Одри только пришла на репетицию к нам, на музыкальную, и начала просто говорить свою роль, у нас у всех вот так волосы дыбом поднялись. Я вот сейчас начинаю говорить, и у меня просто подступают слезы, потому что то, как работала она, настолько меня поразило, и я думаю, что, конечно, это работа совместная с режиссером, то, как он ее ввел в образ, то, что они сделали вместе. Я опять-таки поразилась тому, как классно сделано все. Мне очень нравятся все вот эти вот театральные штуки, которые ты не понимаешь, это настоящее или нет. Ты сидишь и начинаешь разгадывать, этот конь живой или все-таки он мертвый. Я не понимаю, или это машинка, или что. Я очень восхищенный зритель. Меня прямо вот удивить очень легко. И
когда мы уже вышли на сцену, мы работали на балконах, и она обращалась к нам, молилась, и это брало за душу, за сердце, я не знаю. Вот мне кажется, так надо работать в театре. Ну, иначе это бессмысленно. Что вы ожидаете сейчас от встречи с Костолуччи, потому что здесь-то он точно с вами будет работать? Мне очень интересно. Да. Донна Анна – это образ, наверное, самый интересный из всех женщин, которые в Дон Жуане. Я согласна. От начала до конца. Может, вы тогда точно поймете вот именно от Костолуччи, почему Теодор вас тогда назначил Донной Анной, а не Церлиной? Может быть. Но вообще Теодор знает, что мне нравится очень играть вот драму, трагедию. Меня иногда просто очень сильно несет. Он это знает обо мне. А вот. Слезы быстро поступают? Я не знаю, это такое непредсказуемое состояние. Бывает спектакль, ну, как сухой такой. И, ну, я точно так же отдаюсь, точно так же играю. А бывает просто ты не можешь успокоиться, ты не можешь с собой ничего сделать. Это было так, кстати, когда мы сделали запись третьего акта «Травиаты». Я не знаю, что со мной было. Я не могла просто успокоиться. У меня гример постоянно поправлял мейкап. Я слушаю вот эту запись, то, что мы сделали, и я начинаю плакать. У меня никогда такого не было. Я не могу себя слушать, я не могу себя смотреть. Но что вот в тот момент было, я не знаю. А где ваше место жительства вообще? Ну, я считаю, что во Владимире место жительства. То есть работа в Перми по всему миру, а вот гнездо? Гнездо – это там, где родители, там, где ребенок. А как получается мамой быть вот при этом, при всем? Ну, я такая мама. У меня ребенок сказал, что бабушка, ты знаешь, у нас какая-то странная семья. Вот обычно же мамы ругают, да? А у нас ты ругаешь, а мама хвалит. Мама реже видит, поэтому, конечно, да. Чувствую, что он меня вот воспринимает как подругу. Вот есть такое ощущение. С одной стороны, это очень хорошо, конечно, потому что есть момент доверия. С другой стороны, я вообще не авторитет. Просто, ну вот, никакой. Но, слава богу, есть дедушка, который имеет на него влияние. Надя, у вас недавно была сольная программа в «Заряде», да, с органистом. То есть я так понимаю, что вам стала интересна и барочная музыка, да, потом сочетание голос-орган, тоже не слишком часто. Почему вы именно эту программу пожелали? Мне стало интересно, а как это будет? Как это будет в ансамбле, как я буду звучать? И, конечно, встретиться с таким музыкантом, как Федор Строганов, мне тоже было очень интересно. Знаете, было так комфортно, как будто меня вот... Ну, обняли и понесли. По поводу интереса к барочной музыке, это очень давно, еще с консерватории. То есть, знаете, какую музыку предпочитаешь, да, вот что ты дома слушаешь. Я, например, часто просто для себя слушаю, например, Анну Прохаску. Она мне очень нравится. Потрясающе. Очень нравится. Мне нравится ее энергетика. Я вообще певцов воспринимаю
комплексом. Не фиксирую свое внимание на том, как сомкнулась, как достали или еще что-то. Мне очень важен вот этот посыл энергетический. А вот ваш опыт в спектакле «Барокко» с Кириллом Серебренниковым, да. Что дал он вам лично? Во-первых, я познакомилась с огромным количеством дорогих для меня сейчас людей. Это труппа «Гоголь-центра». Тоже такие же одержимые? Они сумасшедшие. Это, безусловно, команда, которая обожает своего мастера, преданнейшие ребята. Это в основном ведь его воспитанники. Они настолько универсальные. Мне кажется, они могут все. И потом они такие сумасшедшие. Если Кирилл что-то поставил, то они... Я еще вот так... Не надо. Не надо. А я еще больше могу. А я еще вот это... То есть только укращай их. Только укращай, да. И они, конечно, там живут. Вообще любой драматический театр отличается тем от оперного, что они... Там больше ощущается семья, мне так кажется. Но у нас это связано с тем, что всегда есть лимит времени, что оркестр встал ровно в 2 часа, и они ушли, и все. То есть нет вот этого ощущения, что ты всегда, всегда, всегда живешь в театре. Ну вот ваша ностальгия по драматическому театру, она теперь удовлетворена через Гоголь-центр? Да, отчасти да. Да, потому что Кирилл даже дал мне какие-то слова. Я что-то там говорю, чему я была очень удивлена. Это такое колоссальное доверие. Он наследие Господа, дети, награды от него, плод чрева. Я вообще очень люблю все необычное на сцене, но есть одно «но». Все, что не происходит на сцене, должно быть убедительным. Не может быть просто какое-то действие для того, чтобы вот я хочу шокировать публику, чтобы они все сделали «А!». Так не может быть. Это должно быть «Почему?». Почему это происходит? А вот для этого. Вот для меня это очень важно. Надя, хочу пожелать, чтобы вы ни в коем случае не растратили себя нигде. Вот, даже если вас самые модные и самые известные театры мира будут себя в свой вихрь как-то заворачивать, потому что вот такой какой-то внутренней чистоты и стойкости – это то, чему могут сегодня вам только позавидовать, и это то, что совершенно бесценно. Спасибо большое. Берегите себя. Всего самого доброго и наилучшего. Спасибо.